Я имею в виду ДГКАА этого Колю. Так, ребятки, сегодня у нас, напоминаю, снова Реми Баньяски. Сегодня видео посмотрим хорошо, еще раз качественно его проработаем. На следующей тренировке мы уже закрепляем Реми Баньяски. У нас будет Мелвин Манков плюс Реми Баньяски, два последних чемпиона. Поэтому сегодня в чистом виде Баньяски, на следующей тренировке два земели, два земляка, Манков плюс Баньяски. Сейчас мы начнем разминку, сделаем три круга такой физухи, после чего начинаем сразу идти на мешок и работать. В общем, берем гирю, у меня это двадцатка, и берем ролик колесика. Первое упражнение — это гиревая жабка или гиревая лягушка, мы с вами делали. Разогревает хорошенько ноги, руки, спину. Что мы делаем? Мы себя выбрасываем, вот делаем мах, выбрасываем вперед и следуем за гирей. В общем, так делаем 45 секунд. Следующие 45 секунд мы работаем, смотрите, вытягиваем свои мышцы, свой скелет в наклоне, стали и к себе, к самой груди подтягиваем. И вот здесь, смотрите, смена. А вот здесь расслабление, чтобы гиря потянула спину, плечо, локоть, трицепс, все это для наших ударов. И вот, вот такая вот смена идет, смена. Третье упражнение — это отжимание от гири. Мы гирю кладем на пол и отжимаемся. Раз, смотрите, перешли, два. И четвертое, последнее — это ролик, это колесико. Все делаем по 45 секунд. Все раунды по 45 секунд. Приготовились. Полезная разминка. Как всегда, мы укрепляемся, мы сжигаем жир и разогреваемся. Все, сейчас. Приготовились. 3, 2, 1, вперед. Раунд 1. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд два. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд три. Три, два, один.
Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд четыре. Три, два, один. Перерыв. Второй круг. Три, два, один. Раунд пять. I can still hear them talking. Telling me I never amount to anything. But I kept on pushing. Just doing what I love to do. Just trying to get my shot. Yeah. My one shot, shot. This could be my one shot, shot. This might be my one shot, shot. This could be my one shot, shot. Yeah, this could be my only one. I'm all in the pit of it, cause I don't want a little bit. Older now, I'm sick of it, I'm seizing what I didn't get. But it's so legitimate, but never get the sentiments I'm giving. Three, all I gotta get a piece of what I win against. It's funny, get the women every quarter like it's imminent. Falling on my knees to try to keep a piece of innocence. Light up like a filament, I feel it when I'm dealing it. I cast away all diligence, I pull it back and reel it in. Tell me what you're feeling, like this group is on the hill again. And looking for a willing man to take us to the ceiling. Один. Раунд семь. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд восемь. This could be my one shot, shot. Yeah, this could be my only one. You can do anything you put your mind to, man. Don't let them tell you different. This chance is all you got. Cooper. Три, два, один.
Перерыв. Последний, третий раунд. Третий раунд. Последний. Три, два, один. Раунд 9. Love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see them try. Два, один, перерыв. Три, два, один, раунд 10. Один. Перерыв. Три. Два. Один. Раунд 11. Time is frozen, where all the universe is open. Love isn't random, we are chosen. And we could wear the same crown. Keep slowing your heart down. 3, 2, 1, перерыв. We are the gods now. Cause I love you for infinity. Два, один, раунд 12. Два, один, перерыв. Три, два, один, раунд 13. Хорошо, ребятки, разогрелись, согрелись. Надеваем перчатки и выходим на мешок Реми Баньяски. Сегодня только, ребят, так как у нас не всегда времени хватает на основные его удары, на основные, мы сегодня, наоборот, начнем не с его комбинаций, не с его разминки, а основные три техники мы проработаем, а потом закончим 3, его комбинациями. 2, 1. Перерыв.
Потом закроем его комбинациями, которые он на мастер-классах на своих показывает. Ну, начнем с основы. 3, 2, 1. Раунд 14. Хорошо, первый удар. Три, два, один. Перерыв. Первый удар. Это хай-кик, его хай-кик. Давайте быстренько смотрим, как он вырубал в бою. И после этого 5 минут хай-кики набрасываем. Все, просто смотрим, слушаем, мотивируемся. Сразу же с разножки вылетает такой хай-кик, что мне кажется, я простудился. Прямо как ульта у Джонни Кейджа в МК. И правый флай-кик в челюку оппонента. Браво, маэстро. Этот момент до сих пор присутствует во многих хайлайтах. И за такое бруталити мы любим старый добрый K1. Этот хай-кик прямиком из преисподней открывает счет в этом поединке. Я вам что хочу сказать. Сирил — это не какой-то мальчик для битья. Он два раза удосрочил Айрца. Уронил Рея Сефа. Доходил до решения с Хустом. Но такой удар в голову может заменить дефибриллятор в реанимации. Сирил продолжает поединок. Но колено в прыжке дарит Реми путевку в финал. Где он в конкурентном, тяжелом поединке с японцем Мусаси завоюет гран-при. Но это уже другая история. Ему вегетососудистую, чтобы держалка подосела. Мощный лоу-кик прикормил и почти сразу перевод кумулятивным в башню танка. Все, Кинг-Конг мертв. Кинг-Конг мертв. Чем надо оружие искупать? Получите, распишитесь. И сразу же летящий удар вдогонку в корпус Гохана. Джентльмен сломал тогда ему ребра. Такой силы был удар. Итак, послушайте на реверсе со звуком, друзья. Защите. Вот это да! Ну что, наш убойный выпуск в стиле «Тушите свет» заканчивается. И я надеюсь, вам понравилось. Интересно было бы послушать ваше мнение в комментариях, мужчины. А с преступниками, которых поймал Реми, стало следующее. Это были какие-то... Все, приготовились. Пять раундов по 45 секунд. Акцент на хайкике. Бьем правый хайкик, бьем левый хайкик. И выпрыгивайте, бейте флайкик. Флайкик. То есть как он Гохан Усаки, он ребра сломал в прыжке. Как он первому чуваку по виску чирканул и вырубил в прыжке. Поэтому тоже пробуйте. Приготовились? Заряжаю таймер. 3, 2, 1, погнали! Первая фишка Реми Баняцки. Хайки в голову. Раунд 1. Watch you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's very deep inside me, but I feel there's something you should know. Mm-hmm. I'll never forget you. You'll always be by my side. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. And I will.
3, 2, 1. Раунд 2. Три, два, один, перерыв. Три, два, один, раунд три. Sometimes you just gotta know that these things fall through. I'm still tired, I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. All along, I knew I had something special with you. Sometimes you just gotta know that these things fall through. I can have my connection with you. Never forget you. 3, 2, 1, перерыв. Три, два, один, раунд четыре. Три, два, один, перерыв. Три, два, один, раунд пять. Два, один, перерыв. Отдыхаем. Три, два, один, раунд шесть. Хорошо, вторая техника сразу. Летящее колено, флайни. Смотрим. Рефери разнимает и сразу же летучка повторно в печень. Но разве это не красота, братва? Просто как по азбуке тайского бокса. Летучка в печень. Два крюка кружкой в корпус. Реми почувствовал кровь. Если бы Ниаски начал распрыгиваться, то жди колено в хлеборезку. Согласитесь, очень эффектно. Это как он бак вживую. Бьерн еле стоит. И Реми уничтожает швейцарского великана. Классика. Прихватил, отошел назад для замаха и точно всадил коленом в ливер. Как там в пацанских цитатниках? Колено в печень никто не вечен.
Но Питер крепкий и духовитый мужик. Он встал и моментально Flying Knee в жбан австралийца отправляет его вздремнуть на канвас. Извините, подушки не предлагаем. Кстати, к слову, заруба с Питером была чуть с японцем Мусаси завоюет гран-при. Но это уже другая история. А у нас, зачем лес? А с другой стороны, Гарри для меня как символ целой эпохи боев, на которых я вырос. Уж не могу я жестко критиковать ветерана, мужики. И вот, пожалуйста, первый нокдаун в разрез через блок. Папочка упал как подкошенный. Мелвин мчится добивать, но тут же попадает на контратаку. На колени Реми нужно выписывать разрешение, как на огнестрельное оружие. Позволь, его крепко потряхивает, и это финиш хим. Флайкик как жирная точка в этом противостоянии. Ударом в прыжке Реми прикончил своего земелю. Причем земляки они не только по Нидерландам, но и по Суринаму. Базигит теряется, и Реми с бешеной амплитудой выбрасывает. О, посмотрите, вот здесь вот это будет наша третья комбинация, похоже. Короче, здесь он объединит две фишки. Смотрите, он бросает хайкик. И вдогонку, угадайте что? Флайни. Короче, эти короночки мы будем соединять. Посмотрите еще раз. Сейчас он бросит хайкик слева. Базигит теряется, и Реми с бешеной амплитудой выбрасывает флайни прямиком из хеля. Базигит, отличающийся стойкостью в бою и духом идти до конца, не смог встать и продолжить этот поединок. Хайкик. И смотрите, сразу вдогонку флайни. Хайкик. И сразу флайни. Смотрите, сразу с правой ноги флайни. Это будет наша третья фишка. А сейчас летучка. Летучка в хлеборезку. Смотрите, пару моментов. Эта летучка отличается от Кори Сенхагена. Кори Сенхаген выпрыгивал сразу с двух ног и еще и подгибал вторую. То есть вот так у него получалось. Одновременно он двумя выпрыгивал. Одну подгибал, второй наносил удар. Щу! Он стоял и сюда щу! У Рами Баньяски немножко другая техника. Он, во-первых, не подгибает, во-вторых, она чисто догоняет вдогонку. Он выпрыгивает вот этим коленом. Смотрите, пошла первая ударная, а это просто меня добрасывает куда мне надо. Вот моя цель, да, голова, допустим. Я первое, чем я пытаюсь дотянуться коленом, опорной ногой просто помогаю себе. По поводу рук. Одна рука закрывается, либо тянется на него. Вторая уже ищет, за что бы его прихватить. Он старается все время выпрыгивать, перекрыться и поймать рукой за голову, чтобы насадить его на колено. Я здесь накидываю руку на мешок. У меня вот такая тема получается. Еще раз. Сейчас. Еще раз. На мешок, как будто это голова. И колено. Опять. И колено. Сымитировал комбинацию. И вдогонку колено. Все. Вот такая вот штука у нас. 5 раундов. Поехали. Вторая комбинация. Точнее, вторая фишка. Флайни. 3, 2, 1. Погнали. Раунд 1. Время. Все, уже начинаем. Уже распрыгиваемся. Уже делаем. Меня не ждем. Я вам не нужен. Три, два. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд два. Let's go.
3, 2, 1. Перерыв. Три, два, один. Раунд три. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд четыре. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд пять. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд шесть. Хорошо, отдыхаем. И смотрите, третья фишка. Я сейчас покажу, чтобы вам было понятно, куда смотреть. Он сейчас будет это показывать на мастер-классе. И только что я вам показал в бою. Смотрите, как он на мастер-классе показывает. Он пробивает двойку, левый-правый. Левый-правый, классика. Раз-два. Противника качнул. Теперь делает разножку и пробивает свой левый хай-кик. Бах! Все. Вот этой серии он его потряс. И правое колено вдогонку уже как добивание, как поставить жирную точку. Итак. Раз, два, разножка, три, и шух, сразу флайни. Видите, получается первая фишка плюс вторая, объединяем. И еще раз. Раз, два, хай-кик, шух, и флайни. Смотрим, как это Реми Баньяски показывает. Третья фишка, объединяем. Объединение. Так, сейчас... Баньяски, где он? Ага. Сейчас. А, вот, нашел. Все, смотрим. Посмотрите еще раз.
Ну, это понятно, вон пробил левый-правый, пробил левый-правый, разножка. Оп, он все амплитудно показывает, понятно, бам. И смотрите, ставит ногу, вылетает, смотрите, ставит ногу, вылетает правая. Смотрите, видите, правая уже полетела, левая еще, все еще на полу, посмотрите. То есть он не двумя одновременно выпрыгивает. Вот, полетела ударная, летит ударная и вытаскивает за собой опорную. Как газель, видите, газель. И еще раз. Смотрите, как он ставит ногу. Летит ударная и потом вдогонку догоняет. Все. И вот эту же серию он пробил вот здесь, вот когда с коленом. Сейчас я... Вот это вот. Посмотрите еще раз. Реми прикончил своего земелю. Причем земляки они не только по Нидерландам, но и по Суринаму. И... Базигит теряется, и Реми с бешеной амплитудой выбрасывает флайни прямиком из хеля. Базигит, отличающийся стойкостью в бою и духом идти до конца, не смог встать и продолжить этот поединок. Левый хайкик. Ставит ногу и сразу с минимальной паузой уже добивающее колено. Левый хайкик. И смотрите, только нога ставится, сразу добивание флайни. Так, этот вопрос важный. То есть тут по технике. Обычно, когда мы левым, правым коленом бьем, отталкиваемся левой ногой. Получается, мы сейчас сразу отталкиваемся правой ногой, и левая нога вообще не участвует в пушке? Не, левая нога доталкивает. То есть мы отталкиваемся... Как? Левая мощно толкается, только она вдогонку. Вот я... Правый полетел, и вот левая в последний момент. Смотрите. Вот. Вот этот толчок, самый последний момент. Уже почти момент касания. А в чем тогда логика отрывать толкающую ногу в самый последний момент? Почему? Ну, потому что ты не достанешь до головы до его. А это чтобы чисто долететь. Долететь до головы. Понял? То есть отталкиваемся все равно левой. Ну да. Ты правой вот-вот пошел правой. А Андрюха спрашивает, зачем левая доталкивается. Смотрите, вот его голова, вот она там высоко, он ровно стоит. Я если не дотолкнусь, я не долечу коленом, вот его голова. А левая я доталкиваю, чтобы долететь до цели. Просто в последний момент я, чтобы достать, дотянуться. Понял? Это как в последний момент добавить лопатку, чтобы удар был дальнобойнее. Так здесь опорная нога, чтобы удар был выше. Все, надеваем перчатки, двойка, хайкик и флайни, 5 раундов. Начинаем без меня. Три, два, один. Раунд один. Поехали, работаем. I'm perfect in the palm of your hand. Message couldn't be much clearer. Like a metaphor, make believe. If somebody would've pinched me, now we'd be the end of this dream. Well, pardon my manners, just something about you turns me to a savage. If I'ma be honest, I can't help but stare. Yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. Three. 2, 1, перерыв. Три, два, один, раунд два. Trying to sweep you up and kick you there. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage. Three, two, one, perfect.
Ребят, немного на мешке неудобно, это рассчитано на противника, который немножко отступает, плывет. Но ничего, приспосабливаемся, все равно приспосабливаемся. 3, 2, 1. Раунд 3. Savage. If I'ma be honest, I can't help but say, yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please, yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you to lead to a savage. 3, 2, 1. Перерыв. Три, два, один, раунд 4. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд 5. Перерыв. Три, два, один. Раунд 6. Отдыхаем. Сейчас закрепляем все три фишки. Смотрите, сейчас табата у нас будет. Табата. Мы работаем первый раунд. Первая фишка только хайкики и флайкик. Второй раунд только флайни. Вторая фишка. Третий раунд. Третья фишка. Двойка. Левый хайкик, правый флайни. Потом второй такой же круг. Сразу второй круг. Только хайкики, только колено в прыжке, только комбинация. Двойка, хайкик, колено. И оставшиеся два раунда в разнобой. То есть у нас всего сейчас 8 раундов по 20 секунд. Идет первый, второй, третий. Первый, второй, третий. А последние два, седьмой, восьмой раунд. Любые три фишки в хаотичном порядке. Окей, таким образом мы закрепляем его три фишки. Флайкик, флайни. И все вместе это объединяем в одну комбинацию. Все просто. Еще раз. У вас Реми Баньяски. Это флайкик или просто хайкик. Это флайни, и это объединение в одну комбинацию, все это. Все, приготовились. Погнали.
two. Let's go! Double, I do my own stunt. Could take a year off, still have that paper coming. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. All in the club, we don't do no coven. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. Orange label, I might pop me too. I was getting money, but they didn't have a clue. Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, they with the holy one. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears, clubhouse, took me 6 years. Marble floors, gold trim, feel like I'm Richie Rich. Italian leather, French suede, I mix the fist sick. Quick pause, take a risk, we pay for the win. Might spend a mill at the rug store like Manafort. But making purchases you can't afford. I'm moving money like if I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, you matter what. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, you matter what. Told it if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me? 2, 1. And I'm really benedictic to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I might rent the Lambo and go driving like it's all new. Things are getting intense, losing all my sixth sense. Thought you had us figured, I can't use me at your expense. Maybe on that pretense, we be on self-defense. If you in the past tense, you could keep your 2 cents. I don't wanna be another target on a hit list. All my people running around the city like some misfits. So I'm steady praying for my brothers like a wish list. And I trust a soul, they gon' do it. Yes. Damn, there's so much going on in this world we call our home. 3, 2, 1. Ребятки, так как время, мы все комбинации его не будем, у нас там 5 комбинаций, да, от Реми Боневски. Мы сейчас буквально 2 серии возьмем, 2 комбинации, и проработаем по 3 раунда. 3 по 45 одна и 3 45 другая. Потом быстро закончим, финишируем прессом. Прессом финишируем тренировочку, чтобы вы могли держать мощные удары. Будут бить коленом, ногой, руками, чтобы у вас была здесь защита, была бронь. Хорошо, смотрим первую.
Хорошо, я вам это все показывал, но быстро еще. Начинаем с уклона. Начинаем обязательно с уклона. Уклон. Вы разогнали левый хук. Теперь мощный левый хук. Мощный левый хук. Раз. Правый лоу-кик. Два. Теперь ставим ногу и пробиваем уже снова дальнобойный левый хук. И снова сразу после хука правый хай-кик. Хук, лоу-кик. Хук, хай-кик. Все, мы с вами уже две тренировки подряд это отрабатывали. Приготовились. Давай, Андрюх, со мной на мешок. Так, три. Три раунда работаем. Три по 45. Погнали. Раунд один. Все, время, работаем. Один. Перерыв. Три. Два. Один. Раунд два. Один. Перерыв. Отдыхаем. Три. Два. Один. Раунд четыре. Хорошо. И последний раунд. Мне вот эта комбинация нравится. Сейчас. Так, где у нас тут баньяски? Ага. Смотрите, пробивает джеб, закрывая глаза и сразу колено добавляет. Классная серия. Закрывает обзор, смотрите, закрыл глаза и сразу, получается работа по этажам, закрыл глаза и сразу зашел коленом. А вот после удара колена очень часто идет возня, клинч. А вы не заинтересованы в этой возне. Поэтому сразу, когда нога падает назад, одновременно, синхронно, в едином порыве, нога правая назад, а левая рука отталкивается от противника. Смотрите, оп, вышел на дистанцию. И правым хай-киком замыкает все это дело. Все, следующие три раунда, последняя комбо на сегодня.
Приготовились, сразу начинаем. Меня не ждать. Джеб левое колено или джеб правое колено? Джеб правое колено. Правое колено. Да, и еще раз. Быстро. Закрыл глаза. Коленом сильным зашел. Сразу возвращая ногу, я отталкиваюсь рукой. Вышел на дистанцию издалека свою короночку. Первая фишка Реми Баньяски. Все. Джеб, колено, вышел и первая фишка. Мощный кайкик в голову. Чтобы если попали, то вырубили. А если промахнулись, то простудили его своим хайкиком. 3, 2, 1, погнали. Раунд 1. Время. Меня не ждать, работать. Один. Раунд 2. Четыре. Все, приготовились. Последняя на сегодня. Пресс. Быстро. 3 минуты и закрыли. Стоим в планке. Стоим в планке. Минуту. Потом 30 секунд бег в планке. Потом берем гирю. Минуту скручивания. И потом садимся с гирей, минуту перебрасываем гирю со стороны в сторону на полу. Ноги при этом на весу, на весу. Все, минута 30, минута 30. Итого 3 минуты работа на пресс. Не показываю, потому что мы уже 2 тренировки делали это все. Приготовились, заряжаю время и погнали. Первое, это высокая планка. Стоим на руках, но... Не расслабили жопу, там пресс свой, а наоборот напрягли вот эту лобковую кость, пах, подтянули. Подтянули к себе, как будто хотите к пупку это все дело подтянуть. Пресс в напряжении и целую минуту держим его в статике, в напряжении. Вообще считается, когда вы хотите именно накачать пресс, вам нужно, ну, качать, разные динамические упражнения делать. А когда вы хотите еще
прорельефить, прорисовать его вот тут, вот здесь в помощь статика. Так качки делают с плечами, например, когда они качают плечи, но хотят их еще более детальнее сделать, прорисовать. Они берут много статики, начинают добавлять, прожимать. Хорошо, также и позирование, вот с которого вы смеетесь, когда они там позируют, они прожимают, вот это статическое, это то, что еще добавляет детализации, прорисовывает их еще больше. Но сначала нужно накачать, чтобы было что прорисовывать. Раунд один. Погнали! Two, one. Let's get it all. Все, таз подтянули, стоим, спина ровно. Один. Перерыв. Побежали! Три. Два. Один. Раунд два. Один. Перерыв. Три. Два. Один. Раунд три. Все, ребятки. Хорош на сегодня. Отлично. Вспомнили Реми Баньяски. Проработали три фишки. Закрыли пару серий. Мы, видите, обычно начинали с серии, а сегодня закончили. Поменяли местами. В общем, у Реми Баньяски все такие удары функциональны. Если вы старались, если вы выпрыгивали, функциональны. Классно. То, что нужно для сжигания жира, чтобы стать выносливей. И вообще, в принципе, смертоносные удары в голову. Что ногой, что коленом. Все, завтра физуха. А послезавтра соединяем. Мелвин Манков плюс Реми Баньяски. Шесть фишек у нас будет с вами. Один. Перерыв. У нас будет с вами 6 фишек. 3 от Манкова и 3 от Реми Баньяски. Пот заливает, глаза пекут. Надо бандана. Все, и вам, пацаны, спасибо. И вам спасибо. Рад видеть, я вон всех вижу. Женя, Николай,
Антонов, Леонид, ну, Ростик, в смысле, Рома и так далее. Я всех вижу. Надя, Дима, Зайцев, Юра. Всех вижу. Все, ребят, пока-пока. Пойду моюсь и персоналка.